Привет, Астрид. Дети в ваших книгах преодолевают любые трудности. Пеппи как-то справляется без мамы и папы. Мне бы тоже хотелось так уметь. И сказал Господь, вопль содомский и гоморрский велик он. С добрым утром! Газировка с сиропом! Я видел Рейнхольда Бломберга. Ему нужен стажер. Он хочет с тобой познакомиться. Газета? Бумага? Новости? Свобода! Поезд ехал ровно с такой скоростью, чтобы все мы успели насладиться восхитительной красотой природы Смоланда. Ты звезда. Озари своим светом. Мы живем на церковной земле. Никто не должен узнать. У меня растет живот. Мне нельзя нигде показаться. Ты справишься. Ты опоздаешь на поезд. Ты предлагаешь мне бросить ребенка? Поезжай домой и не возвращайся, пока сын не поправится. Это ежевика. Ее можно есть. Детям нужна только любовь. Много любви. Ты даешь ее. Дорогая Астрид, вы много пишете о смерти, но когда я читаю о ней в ваших книгах, мне еще больше хочется жить. Вы тоже любите жизнь.